Всем привет! Сегодня влог на природе. Мы с нашей семьей приехали в лес на скумбрию. О, Даша нашла грибочек. Дашенька, ну ты помнишь, не надо грибочки ручками брать, они могут быть ядовитые. Угу. Договорились? Вот мы тут с Дашей. Погода у нас прекрасная, чудесная. На майские праздники мы решили приехать в Придонской к родителям моего мужа. И у них здесь буквально в 5 минутах ходьбы от их дома находится лес. Кстати, мы с мужем в первые годы нашего брака тоже жили в Придонском и каждый день обязательно ходили в лес либо на сосиски, либо на мясо, либо на рыбу. Но если уж у нас совсем ничего такого не было, то на картошку. В общем, сейчас мы в кои-то веки с нашей малышкой выбрались в лес. Ура! Раз в 5-летку, но зато такой кайф от этого. Да? Кайф, Даш? Скажи, кайф? Кайф. Кайф. Кстати, мы тут не вдвоем. Вон еще сзади нас детенок бегает, да? Ванечка. Так что нам тут вообще весело. У нас тут детский сад. У кого у нашей Дашки такие кучеряшки? Вот. Тебе крутить надо, да? Да, Даша, кстати, все повторяет за мной. Мне вот это нравится, я ей говорю что-нибудь. Не надо, зай! Она мне, надо, зай! Да? А рыбку будешь? Нет, ты вот это, а это на нее положить. Привет. И где ты находишься сейчас? Что это у тебя в руках? Дайка. Что мы будем кушать? Что мы сейчас на костре будем готовить? Рыбку. Рыбку. Рыбку любишь? Да. А вон Ванечка к нам бежит. Ваня, позови его. Ваня, Ваня. Теперь вы двое со мной тут будете гулять и дружить. Травка, Вань. Ты видел, у Даши травка. Дай Ване травку. Вот эта травка. Какие вы милые. Милота. А одуванчик видела, где растет? Где? Нашла одуванчик? Не нашла. Одуванчик нашла. Это маме? Спасибо. И травку маме. А, как пахнет, понюхай. Как сирень пахнет. Здорово.